Боже мой, голос называют восьмым чудом света. А все остальное? Восьмым с половиной, девятым, десятым. Я знаю это, Елена, я восхищаюсь. Только не надо мне восхищаться. Достаточно обожествлять и смотреть на меня вот так снизу вверх. А кто там смотрит на меня сверху вниз? Это наша няня. Знакомьтесь. Няня? Наверняка такая же пустышка, как соска, которую дают детям. Ой, что у нее за осанка? Еще хуже, чем у этого недомерка дворецкого. Милая, ты что, лом проглотила? Да скорее язык от такой наглости. Что ты сказал? Она сказала, вот ваш чай. Боже, а как она одета? Она что, еще пугалом подрабатывает? Терпение, Вика, терпение. А что у нее на ногах? Кстати, кривых и коротких. Розовые туфли. Не смей при мне носить розовый цвет! Он плохо влияет на мои голосовые связки! Ну все, мое терпение кончилось. Корова! Она говорит, что нездорова. Простыла. Вика, скажите, что вы простыли и больше ничего не говорите. Простыла? Просто у нее менингит, энцефалит. И при такой походке церебральный паралич. Вика!